вам покажу свои новогодние подарочки, которые мне Ваня подарил, скажем так, но я их сама выбирала себе, так как я всегда себе подарки сама выбираю. Вот, не люблю я сюрпризы, лучше мне самой выбрать то, что я хочу. И вот один из подарочков, это такие вот красивые заколочки. Вот такие вот маленькие для волос, красивые с камушком заколочки. Вот, здесь их несколько штук. Вот такая вот, с птичкой, с цветочками. И вот такие вот маленькие для волос зажимчики. Вот, хорошие металлические заколочки. У меня такие же есть сережки, и я себе подобрала такие же заколочки для волос, чтобы это сочеталось. Так, дальше здесь у меня от Victoria's Secret белье. Ну, белье я вам так немножко только наглядно покажу. Еще не открывала. Так, упаковали же. Вот такие вот яркие, красивые трусики, разноцветные. Там серенькие, розовенькие, голубенькие. Вот. Разные такие красивые трусики. В общем, белье. Так, дальше у меня здесь набор. Я уже показывала в видео. Это экстракт с фирмы с кокосом, аромат кокоса. Это здесь гель для душа. Здесь идет боди скраб, скраб для тела и крем для тела. И дальше здесь вот у меня идет. Это коробочка из-под вафелек, из-под печенек. А я сюда положила подарок, который выбрала себе в Малайзии. Здесь вот такая вот косметичка. Малайзия написано. И внутри нее палетка Naked. Naked 1, классическая, с классическими ее цветами. Очень давно ее хотела, мне она всегда нравилась. Вот, так что буду с ней теперь делать макияжи. Так, и покажу дальше, что же я подарила Ване. Частично показывала тоже здесь белье, тоже набор трусиков, вот вместо носков белье и набор духи, набор The Body Shop, это у нас гель, шампунь для душа, Hair and Body Wash. Очень приятный аромат, мне очень понравился, аромат называется вот парфюм. Это духи, аромат называется спорт. Вот, очень свежий, приятный аромат. Так что вот такие вот были подарочки. И еще были сладости и, конечно же, сам стол.